Той ночью я увидела... Аллахомора! Ривелио. Аллахомора. Ривелио. Отправляйтесь на поиски новых приключений. Сказочное место. Аллахомора! Ривелио! Прошу прощения, мадам. Навара. Белла Навара. Чем могу помочь? Чем вы торгуете, мадам Навара? Ингредиентами для зелий в основном. Даже из самых непритязательных вещей можно извлечь неплохую прибыль. Полагаю, вы изучали зельеварение в Хогвартсе? У профессора Шарпа, да. Тогда вам хватит знаний, чтобы оценить мой ассортимент. Откуда вы получаете свои товары? Часть собираю в округе сама. А другие покупаю оптом у поставщиков со всего света. Вы давно живете в Крэккрофте? Нет, я родилась здесь, но переехала в Италию в Сиену десятки лет назад и вернулась совсем недавно. Мне больше нечего было там делать, и я решила сменить обстановку. Говорят, неподалеку водится довольно необычная топиройка. Вы ее видели? Видела, но стараюсь держаться от нее подальше. Я предпочитаю не связываться с непредсказуемыми силами природы.
А что у вас можно купить? Поглядим, чем я могу помочь. Ах, дорогуша, я с радостью это возьму. Спасибо, что уделили время. Ривелио! Нельзя позволить пепламбам разрушить наш привычный образ жизни. У вас все в порядке, мадам... Оливье. Мадам Оливье. И нет, совсем не в порядке. Замок Клагмар неподалеку отсюда наводнили паразиты, известные как пепламбы. Они разрушают не только нашу мирную жизнь, но и торговые отношения. Они уже почти решили убраться во свояси, но тут объявился Сильван Селвин. Сильван Селвин? Их главарь. Думаю, если избавиться от Селвина, остальные пепламбы просто разбегутся. Но Селвин искусный волшебник. Я уж точно не справлюсь с ним в одиночку. Как бы мне этого не хотелось. Ума не приложу, что делать. Сильван Селвин? А я думал, пепламб возглавляет Виктор Руквуд. Селвин – один из ближайших соратников Руквуда. Не такой ужасный, как Теофил Харлоу, но очень опасный. Замок Клагмар, а где он? На южном побережье. К юго-западу отсюда. А чем так опасны эти пепламбы? Они не просто грабители и вымогатели. Хотя, конечно, и обычные грабители и вымогатели не самые приятные ребята. Но эти все никак не оставляли в покое несчастную Беллу Наварро. Бедняжка уже отдала им все, что было, а они продолжали ей угрожать. Она уже была готова вернуться к семье в Италию и лишилась почти всех средств к существованию. Негодяи! Я могу разобраться с Селвином. Я бы никогда не предложила ученику вступить в бой с Селвином. Но я предлагаю за его голову вознаграждение, и вы могли бы в этом поучаствовать. С Селвином покончено. Вам удалось победить Селвина? Мерлинова борода. Ученик победил одного из самых отъявленных негодяев Руквуда. Что ж, вы заслужили свою награду. Хорошо, что Крэккрофт удалось защитить от пепламб. Наконец-то эти грабители оставят нас в покое. И все благодаря вам. Вам всегда будут рады в Крэккрофте. Без пепламб это просто райский уголок, уверяю вас. Ривелио! Конфринго! Декульсо! Акто! Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее. Ривелио! Акто! Вингардиум Левиоса! Акто! Вингардиум Левиоса! Акто!
Вингардиум Левиоса! Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Акцо! Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Вингардиум Левиоса! Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Нужно здесь осмотреться. Акцо! Вингардиум Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Ревелио! Акцо! Вингардиум Левиоса! Левиоса! Акцо! Вингардиум Левиоса! Левиоса!
Левиоса! Любопытное место. Акция! Вингардиум Левиоса! Вингардиум Левиоса! Акция! Вингардиум Левиоса! Акция! Вингардиум Левиоса! Ревелио! 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 Ревелио. Акция. Левиоса. Бомба. Ревелио. Левиоса!
Я тебе... Ривелио! Левиоса! Не бойся. Я не причиню... Ривелио! Профессор Ховен ни за что в это не поверит. Ну, здравствуй, Хоксмит. Здравствуйте. Вас интересуют зелья? Может, еще увидимся. До свидания.
Чем я могу вам помочь? Может, еще увидимся? До свидания. Таинственное и весьма неуютное место. Что же делать? Себастьян зашел слишком далеко. Ты сам видел, что там в катакомбах. Я не могу здесь оставаться. Анна, подожди, пожалуйста. Оминис, он готов был рискнуть всей деревней из-за какой-то реликвии, которая, возможно, могла бы меня вылечить. Прости, Оминис. Позаботься о нем, пожалуйста. Хорошо, что ты здесь. Я получил от тебя сову. Где Себастьян? В катакомбах. Честно говоря, я удивлен, что ты не с ним. Оминис, я... Замолчи! Ты поклялся остановить Себастьяна, и смотри, чем это кончилось. Это я виноват. Я был неправ. Думал, что он остановится. Я должен был остановить его раньше. А теперь Себастьян в беде. Я вернусь в катакомбы и найду его. Анна права. Он в опасности, а с ним и вся деревня. Это место просто кишит инферналами. Какими еще инферналами? О чем ты говоришь? Увидишь. Идем скорее. У Себастьяна, верно, рассудок помутился. Когда мы были здесь в прошлый раз, все вокруг кишило пауками. Нас ждет кое-что похуже. Давай скорее найдем Себастьян. Ревелио! Где был Себастьян, когда вы с Анной его нашли? Чуть впереди, в большом зале. Текунто! Конфинто! Раньше здесь не было столько инферналов. Ни малейших следов Себастьяна. Слава!
Подожди минутку. Я так переживал за Себастьяна, что даже не понял. Анна отправилась за Соломоном. Увидев инферналов, она сперва подумала, что на Себастьяна напали. Но потом он показал ей реликвию и сказал, что научился ей пользоваться. Значит, резьба на реликвии изображала инферналов? И Себастьян как-то их создал? Не совсем. Он их контролирует. Это мощная темная магия. Создать инферналов невероятно сложно, но контролировать их... Пока мы с Анной лихорадочно пытались забаррикадировать инферналов, чтобы они не сбежали, Себастьян все бормотал о том, чтобы вылечить Анну. Когда она сказала, что не может остаться, я не понял, что она имела в виду. Соломон грозился пойти к директору, если услышит, что Себастьян занимается темной магией. Мне нужно в Хогвартс. Я должен первым увидеть профессора Блэка, чтобы представить историю по-другому. Пусть думает, что это семейная ссора. Я вернусь, как только смогу. Попробую немного образумить Себастьяна. Будь осторожней. Ривелио! Да сколько же здесь этих инферналов? Ривелио! Нужно придумать, как забраться на этот уступ. Акция! Вингардиум Левиоса! А вот и Себастьян. Просто невероятно, скажи. Ривелио! Себастьян... Я же говорил, реликвия – ключ к решению. Я пытался снять темное проклятие, павшее на Анну, но теперь я могу управлять им. Как и инферналами. Управлять? Да мне пришлось всю дорогу от них отбиваться. Что вы здесь вдвоем устроили? Акция реликвия! Соломон, не надо! Реликвия! Ты заплатишь! Левиоса! Вы двое зашли слишком далеко! Реликвия должна была спасти Анну! Левиоса! Конфринго! Конфринго!
Левиоса! Стратега! Конфринго! Прости, так было нужно. Вини! Конфринго! Левиоса! Исцелить, Себастьян! Остановись уже! Да! Она не должна страдать! Авада Кедавра!
свой выбор. Анна. Что ты наделала? Мне нужно отсюда выбраться. Нельзя его отпускать. Себастьян, подожди! Постой, Себастьян, подожди! Что такое? Почему ты не остановился? Мне было тебя не дозваться. Анна не выживет. Она постепенно угасает, телом и душой. А дядя Соломон никогда не заботился о нас. На самом деле мы ему не нужны. Он махнул рукой на судьбу Анны. А я так не могу. Ты же понимаешь, что он собирался разрушить ее жизнь. И это он напал на нас. Вынудил применить убивающее заклятие. Клянусь, я не хотел. Если б я не знал это заклятие. Себастьян, ты зашел слишком далеко. Сейчас я не могу сосредоточиться. Мне надо уйти. Я не могу здесь оставаться. Мне нужно найти Оминиса. Себастьян. Не сейчас. Мне надо прийти в себя. Давай встретимся позже, в крипте, ладно? Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее. Ривелио!
Вингардиум Левиоса! Ревелио! Вингардиум Левиоса! Люмус. Вингардиум Левиоса! Ревелио. Я всегда говорила, что путешествия расширяют сознание. Вы в порядке? Все ужасно. Я забрел в руины, и на меня напали пауки. Если дадите мне рябиновый отвар, мне станет лучше. Пауки и правда часто живут в руинах. Вот, у меня есть немного. Но держитесь подальше от руин. Вы меня спасли. Не знаю, как и благодарить. Да-да, я к ним и близко не подойду, честно. Нужно держаться подальше от руин с пауками. От руин с пауками. О, спасибо вам. Прошу, примите это в знак моей признательности. А, ничто так... Ревелио! Ревелио. Алахамора.
Нужно здесь осмотреться. Ривелио! Ривелио. Ривелио. Работает в Гринготсе. Сам бы я ни за какие деньги. Ривелио! Мы не оставим его. Люмос! Любопытное место. Люмос. Люмос. Не так уж и сложно, Мерлин. Ривелио. Ривелио! Полезная эта вещь, ваше руководство для волшебников. Весьма лестно, что меня включили в программу.
Она убита горем. Ей пришлось в одиночку хоронить вашего дядю. Я сделал это ради нее. Себастьян, Анну ужасает сама мысль о том, чтобы выдать тебя, но... Что? Выдать меня? Она же видела, что произошло. Тебе нужно обдумать случившееся, Себастьян. Выдать меня? Себастьян. Что это? Ты же видел, что произошло. Я не хотел причинить вред дяде. Я знаю. Не могу поверить, что его больше нет. Почему же все так обернулось? Я не хотел этого. Не хотел. О, Анна, я лишь пытался помочь тебе. Я не могу оставить ее сейчас. Я нужен ей больше, чем когда-либо. Ты же понимаешь. Поговори с Оминисом. Объясни ему. Тебя он послушает. Мне нужно быть рядом с Анной. Не волнуйся, Себастьян. Я поговорю с Оминисом. Спасибо. Ты хороший друг, правда. Что бы теперь ни случилось, знай. Я рад, что мы познакомились. Бедный Себастьян. Оминис, какой кошмар. Я сам не верю. После нашей прошлой встречи я отправился прямиком в Хогвартс. Не успел я поговорить с Блэком, как пришла весточка от Анны. Я помчался в Фелдкрофт и обнаружил ее возле тела Соломона. Она была вне себя от горя. Она хочет, чтобы Себастьян ответил за свои деяния, но в то же время не может вынести и мысли об этом. Не хочу терять Себастьяна, но, похоже, у нас нет выбора. У нас нет выбора. Ты прав. С самого начала ты был прав. Лучше бы я ошибался. Если мы это сделаем, то можем больше не увидеть Себастьяна. Я понимаю, но так будет правильно. Он же убил собственного дядь. Мы раз за разом находили оправдание его поступкам. Но он зашел слишком далеко. Нужно его остановить. Хорошо. Предоставь это мне. Я все расскажу директору. А теперь прощай. Поговорим в другой раз. Что бы ни ждало нас впереди, мы должны оставаться вместе. В этом я уверен. Ривелио!
Ривелио! Ну, пожалуйста, чего стоит смотреть на плитки под ногами? Здесь не лучше, чем быть среди стаи Джарли. Ривелио! Здравствуй, Аделаида. Как дела у вас с дядей? Все хорошо, благодаря тебе. Чем больше я узнаю о своре Ранрака, тем сильнее удивляюсь, что моему дяде удалось выжить. Я перебирала его старые письма и обнаружила, что во всех речь идет о его месторождениях редких металлов. Думаю, злодеи Ранрака искали эти месторождения. Вот зачем им нужен был мой дядя. Он бы точно так и гнил в той клетке, лишь бы защитить меня. Были еще какие-нибудь подробности в тех письмах? Да, и немало. Дядя не уверен, но кажется, он слышал, как гоблины обсуждали нечто, заключенное в гоблинское серебро. Он не уверен, о чем именно они говорили, но вот от того, как шел разговор, ему стало не по себе. Очевидно, ты спас моего дядю от ужасной участи. Рад помочь. Пустяки, Аделаида. Главное, что твой дядя в порядке. Я тоже. Какое же счастье было его увидеть. Я сказала, что впредь он должен быть очень осторожен. Я же теперь постоянно оглядываюсь, когда покидаю территорию замка Хогвартс. Ривелио! Кто бы мог подумать, что моего дядю спасет волшебник моего года. Ривелио! В замке 143 лестницы. Что вы затеяли на этот раз? Ривелио! Алахамора! Ривелио! Акцент! Акция!
Акция! Ривеля! Ривеллио! Акция! Ah!
Акция!
Ревелио!